В здании Приморского художественного колледжа на Хабаровской, 18, ремонтные работы идут полным ходом. Директор Артем Смыченко, говоря о степени готовности у помещения, сообщил, что ремонт выполнен на 65% и к началу учебного года будет уже полностью завершен. На данный момент выполнен второй этап работы. У нас три этажа, три этапа. Третий этаж полностью сделан, второй частично и первый тоже частично. Полная замена всего, что мы здесь сейчас видим. Полы, лаги, электричество, тепло, канализация. Ну, то есть все новое, начиная от линолеума, заканчивая лампочкой. После модернизации колледжа студенты будут заниматься в комфортных условиях, а современные учебные пособия и оснащение сделают образовательный процесс еще более продуктивным и эффективным. Всего учатся более 245 детей, и обучение проходит по двум направлениям – живопись и дизайн. Трехэтажное здание построили еще в 1959 году, а капитальный ремонт проходит впервые. Учиться сюда едут не только со всего Приморья, но и из различных краев и областей Дальнего Востока и даже Подмосковья. Также, помимо капитального ремонта у нас на Хабаровской 18, мы участвовали в проекте «Культура», где для учебного процесса были приобретены мольберты, стулья, парты для детей, доски, зоны хранения, стеллажи. Ремонт проходит по национальному проекту «Культура». Всего было выделено около 16 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Как ранее подчеркнул губернатор Олег Кожемяка, бюджет культурной отрасли в регионе на протяжении последних лет остается социально ориентированным. Так, в Приморском крае в рамках нацпроекта и краевой госпрограммы за 4 года проведен капитальный ремонт более 100 муниципальных объектов культуры, созданы 2 виртуальных концертных зала и 7 модельных библиотек, также приобретено 7 автоклубов и построено 5 домов культуры в сельской местности. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.